Пишущий и читающий и передающий информацию журналист в условиях нынешнего времени обязан быть унифицированным, уникальным и широкопрофильным специалистом, утверждает Герман Лопаткин. По его мнению, IT и медиаиндустрия по сути сейчас неразделимы. Региональное министерство информационных технологий и связи делает ставку на обучение и журналистов, и потребителей информации. Дальнейшие шаги уже будут менее теоретические, они будут более практические. Конечно, основная задача – получить сегодня программно-целевой метод развития всего этого мероприятия. Конечно же, нужно посмотреть соискателей, кто будет с нами совместно действовать. Может даже правильнее сегодня найти уже стратегических инвесторов. Потребность обучения медиаграмотности населения сегодня актуальна. Жизнь в современном информационном обществе требует от каждого навыков работы с информацией, поиска и проверки ее источников. Надо противостоять манипуляциям недобросовестных СМИ. Столько источников информации, которые сегодня имеются в Ростове, Ростовской области, вообще в стране и в мире. Я думаю, что есть необходимости подхода, нормального подхода, нормального определения для каждого человека, и для молодого, и для старого, для всех, чтобы мы четко знали, какую информацию мы получаем, как его оценивать, как к нему подходить. Областной центр медиаграмотности реализует ряд направлений. Это работа в образовательных учреждениях, обучение широких слоев населения. Создаются СМИ, которые будут формировать навыки активного медиапотребления. Большое внимание уделяется повышению квалификации работников образования. Мы участвовали в принятии нового стандарта образования, который уже принят. Есть код, и с 2015 года будет идти набор на новую специальность медиакоммуникации. Это вот как раз то, что объединяет сегодня и журналистику, и железо, и софт, и умение этим всем пользоваться. Это, конечно, очень важно. Этим летом пройдет презентация проекта «Медиа Уикенд». Он будет развернут на территории медиапарка «Южный регион ДГТУ». Каждый желающий сможет проявить себя в разных направлениях и почувствовать себя частью медиамира. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главные новости.